вами Маги Чародей Антон Чалей. И это топ-5 безумных игр про время приключений. Этот мультик и так сносит башку каждому, кто его посмотрит. Поэтому игры на сюжет время приключений просто переполнены диким трэшем. Первая игра — время приключений, танец пупырки. Почему-то у нее тут нет усиков, а тут она вылетает со страницы, у нее есть усики. Принцесса Пупырка похитила ледяного короля, чтобы он воплотил в жизнь ее историю. Блин, но все-таки усики очень большие у этой пупырки. Чтобы парить, удерживайте нажатой кнопку мыши. Или это игра про вейперов? Давайте бить их. Я принцесса, кто принцесса? Кто принцесса? Я принцесса. О, смотрите, какой радостный чувак, просто сальтуху делает. Я ты баклажан, блин. О, смотрите, мы парим. Опа, нифига себе. Вот это сверхъестественные силы тут вообще. Что за нереальная вообще ерунда. ППК рулит, да. Так, вечеринка номер 2. Так, о, нифига себе, дикая какая-то туса. Это дискотека века. Эта игра, конечно, очень упоротая, но она очень веселая. Разбиваем просто в щек, берем энергию побольше, так. Мороженщик какой-то, рулечек, блин, тебе тоже. Все, всех разбиваем. О, какой-то хлеб, что ли, можно взять? Ну-ка, хлеба. Оно энергию придает. Да ну нафиг. Закончилась энергия, ну и хер с ним. Мои ушики даже не помогли мне. Ну вы поняли всю трешовость этой игры, переходим к следующей. Игра номер 2, Склейка Джейка. Уже говорящее название показывает нам, что тут вообще какой-то полный пипец. Так, ну что? Оп, добрались до шляпы, все. Почему так легко? Пробел, о боже, оторвать руку или ногу. Походу нам нужно вот на этот грибочек кинуть свою руку или ногу, да, чтобы он нажался и вот эта вот ерунда отодвинулась. Ну давайте, попытаемся. Блин, на жопе трется такой, оп. Это, прикиньте, это как будто какая-то детская пила. Поиграй со мной. А что нам нужно? Подождите, оторвем ногу. Оторвем еще одну ногу. Оторвем руку, и мы все равно не пропихиваемся сюда. Такой толстый. О, блин, они отросли. Одна нога отросла. Давайте раскидаем их везде. Так, ну теперь ты... Как ты? Теперь тоже не можешь? Нифига себе, никак не может. О! Представляете, мы оторвали себе... голову. Ни хрена себе. Оторвали голову от своего тела и ноги, рук. Долбануться. Так, нужно оторвать все ноги, все руки. Так, поотрываем все прям. Ага, подождите, а как тут что делать надо? Так, все правильно мы делали. Мы просто поотрывали все руки и ноги, как написано на картинке, смотрите. И получается, что для нас открылась такая бочка. Оба. Нифига себе, вот это уровень. Вот это вот уже сложно. Сложно, непонятно. Давайте предположим, что на красный грибочек нужно положить свою ногу. Одна нога. Вторая нога. Попрыгали. Оп. Третья игра называется Прыгун Финн. Вот это, конечно, неожиданно. Прикиньте, чувак. Финн такой стоит, а Джейк ему хочет дать пендаля. Этот трек не для тверка. Ну, давайте дадим пендаля чувачку. Так. Ну, у него лицо. Так, и мы можем, походу, дать еще раз пендаль. Но нифига себе, прыгучий прыгун нам дали достижение. Хорошо, мы можем взять плюс пинок, отлично. Давайте еще пендаля врежем. Нажать, чтобы еще раз ему дать по голове, еще раз дать. Просто охреневает от всего происходящего, чувак такой. Твою же мать, что я творю? Дали прям сильный пинок, он такой летит. Еще один пинок, держи. Еще раз, лечи давай. Лети как птица. Оба, нифига себе, нас подкинула радуга. Было видно, как будто он реально повредил себе позвоночник. Но тогда, может быть, не стоит больше его пинать. Четвертая игра называется «Конструктор персонажей». Если вы когда-нибудь соприкасались с мультиком «Время приключений», вы и так знаете, что персонажи тут реально очень упоротые. О, ни хрена себе, что тут вообще творится. Пипец, опять Джейка разбирают на части. Выберем героя, так. Привет! И что мы тут можем делать? Мы можем выбирать лицо. Калькулятор с лицом собаки. Но ни хрена себе, желтые ноги вставим.
Так. О, давайте кусочек пингвина, походу, или что это? Непонятно, что это. Это какой-то пингвина-телевизор, что ли? О, пингвин с бородой, вот это уже нормально, да. Итак, в самой игре очень упоротые персонажи, а если взять еще какой-то конструктор, то это вообще какая-то полная ерунда, полная дичь получается. О, тут можно рандом включить. Окей. Что, блин, такое? Что это такое? О, ни хрена себе, это какой-то пончик с квадратиком на ногах. Ни хрена себе у тебя глаза на волосах. Вот это поворот. Что ты такое, а? Вот это просто край. Это все походы принцессы вместе, смотрите. Детская психика просто разбивается об эту игру напрочь. Пятая игра называется «Время приключений героя ритма». Нажмите Z, чтобы фильм запел. Посмотрите, что тут вообще творится, что тут за ерунда происходит. Как же это весело. Посмотрите, там танцуют медведи, походу мы... Где мы вообще находимся? В брюхе чудовища какого-то? Так, мы должны что ли петь? Они смотрят такие на меня, типа охренел что ли? Не попадаешь, портишь нашу охренительную песню. Дикая веселая наркомания. Больше комментариев с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд. Сверху это влог фокусника, это канал о фокусах. Снизу это геймвлог, это плейлист о играх. Там все игры подряд. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, такой большой жирный лайк. Написать внизу какой-нибудь прикольный комментарий, самый интересный из них попадает сюда. Всем пока!